называется эта газель. Всем привет. Всем привет. У нас сейчас 4 вечера, и мы наконец-то выбрались на улицу. Но так как у нас очень-очень маленький город, нам просто некуда пойти. Дома сидеть неохота. Мы решили пойти в центр города, посмотреть, что там в данный момент происходит. Обычно у них там какие-то ярмарки, фестивали, вот. Может быть, будет что-нибудь интересненькое. А так, честно, скучно. Тут просто нечего делать. Просто некуда пойти, некуда. Тут или в торговый центр, или рестораны. Все. Ну или парк с деревьями. Это все. Я теперь понимаю, как людям сложно удержать диету, живя в Америке. Нужно было назвать эту страну не страна свободы, а страна фастфуда. Я говорю, на каждом углу, на каждый вот перешел улицу, перешел, и там стоит ресторан с фастфудом. Это не Макдональдс, это мексиканская еда, это какие-то быстрые там сосиски, хот-доги. Что вот еще делать, кроме еды? Нечего. Есть? Да? Ищи это тушеные грибочки с луком, потом рыба, треска и сверху совсем чуть-чуть авокадо. То же самое у Данилита, грибы, треска и авокадо. Боже мой, какая я сонная, очень сонная. Время у нас без 15:09. Я заварила чаёк, точнее, скипятила воду. Сейчас заварю свой любимый мятный чай. Выпью чаёчек и почаплю в тренажерный зал. Кстати, я давно не записывала тренировки. Так вот, сегодня я запишу всю тренировку ног. Дэниел уже отзанимался сегодня с утра, пока я спала. Представляете, какой? Молодец. Вот, потом я проснулась, он пришел. Я, конечно, на него поругалась. Я говорю, Дэниел, как так ты без меня ушел? Я ничего не сказал. Но он оставил мне записку в случае, если я проснулась бы, то нашла записочку. То есть, ну, с ранжиром зале. Все равно я поругалась, потому что мы привыкли делать все вместе. И когда он самого лечит, мне не нравится. Вот. Ну, я ему говорю, раз ты позанимался, значит, будешь сегодня меня записывать, как я делаю приседы. Говорит, хорошо. Так вот, часов, наверное, 9, и поедем. Я так устала, друзья. Объясню, почему. Да, у нас сейчас диета довольно низкокалорийная. Это раз, во-вторых, у нас нету вообще сахара, по которому вам дают силу, энергию, вот это вот взбудораживание, да, которое, как бы, как сказать, бодрит ваш организм и вашу систему, значит, этого нет. И мы такие вялые, сонные таракашки, мухи. Но скоро это закончится, у нас осталось ровно 4,5 недели. Я все-таки надеюсь, что я достигну своих 55 килограмм по нашему плану. И после этого праздник! Мы сегодня записывали видео для нашего тренера. Он говорит, запишите как-нибудь поинтереснее. Так вот, мы сегодня записали очень интересное видео. Должно у него выйти на канале через недельку, может, через полторы или через две. Так что... Не пропустите, она будет очень смешная. У нас еще, кстати, остался последний прием пищи. Но я его оставила после тренировки.
Умерла, ребятки. How was your workout today?
Я закончила, мы были ровно 1:15 в тренажерном зале. Очень-очень устала, я вся потная и голодная. Сейчас мечтаю о холодном душе. Мы сейчас идем домой кушать и потом принимать холодную ванну. Хочу показать наш последний прием пищи, ребятки, после тренировочной. Это белки и цветная капуста. То же самое у моего мужа. Очень устала. Сейчас только все ноги у меня прочувствовались. Прям, знаете, как такая дрожь по ним вся прошлась. Они все сжались, мышцы сжались. Но очень приятное ощущение. И мне это знает, что я проработала свои ягодичные мышцы очень хорошо. У собачек тоже прием пищи в данный момент. У нас все синхронно. У нас время без 11:20 ночи. Мы поужинали, было как вкусно. Я же помыла всю посуду. Сейчас это все буду раскладывать. Это же застряло. Сейчас все это разложу по местам. Теперь чистим зубы. Все. Всем сладких снов и сновидений. Спокойной ночи.